В ГУВД города Ташкента с заявлением обратился молодой человек. Он сообщил, что увидел в сети интернет объявление о продаже телефона и позвонил по указанному номеру. В ходе разговора владелец товара отметил, что необходимо внести предоплату, так как многие хотят приобрести этот телефон. Однако, заполучив деньги, злоумышленник исчез. Я зашел в приложение, чтобы приобрести iPhone. Увидел одно объявление, где можно было купить телефон в рассрочку. Первоначально надо было заплатить $200, остальное оплатить в течение 3 месяца. Позвонил продавцу, потом мы списались в Телеграме. Он сказал, что это последний телефон и предложил внести предоплату. Я перевел деньги на карту и ждал заказа, но этот человек заблокировал меня. После этого я обратился с заявлением и вскоре нашли его. В результате принятых мер ранее судимый 22-летний Атабек, который втирался в доверие гражданам и обманывал их, был задержан сотрудниками управления по борьбе с преступлениями в области информационных технологий. В ходе следственных действий стало известно, что подозреваемый несколько раз совершал подобные преступления. Обманным путем он присвоил себе деньги более 10 граждан. Я обманул людей, говоря, что если они внесут предоплату, то получат телефон в рассрочку. Они переводили от $100 до $150 на карту. Я получал деньги, но обещанного так и не выполнил. Теперь я сожалею о содеянном. Никому не советую обманывать людей. Рано или поздно придется ответить перед законом. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Молодой человек находится под стражей, следственные мероприятия продолжаются. Уважаемые граждане, помните, не стоит переводить деньги малознакомым людям. Остерегайтесь мошенников.